Межвузовская конференция, организованная вторым Неаполитанским университетом в сотрудничестве с Европейской комиссией с 9 по 14 июня 1996 года в Королевском дворце в Казерте. Выступление профессора Гиацинта Аурити от 12 июня 1996 года под названием «Экономический, денежно-кредитный, финансовый и социальный союз Европы. Право собственности на монету, ее индукционная ценность, однородные нормативные пробелы в правовых и конституционных системах». Я обязан начать свое выступление с немного скандальной реплики. А именно, я осмелюсь утвердить, что Маастрихтский договор говорит обо всем, кроме самого главного. Установить, чьей собственностью является монета в момент эмиссии. Потому что прежде чем сказать, кто кредитор и кто должник, я должен сказать, кто является владельцем. И тут, разумеется, мы провели в университете Терамо исследовательскую работу, которая продлилась 34 года. После 34 лет мы пришли к научному результату, которому нет прецедента ни в одном университете мира. До сих пор, когда велась речь о монете, о ней говорилось только в однозначном смысле. Мы же продемонстрировали, что есть два свойства монеты. Монета – собственность и монета – долг. Когда монета была из золота, ее носитель был ее владельцем. Сегодня носитель номинальной монеты заблуждается, что он ее владелец, потому что на самом деле он ее должник. Центральные банки пускают в обращение монету одним единственным способом – давая в долг. Таким образом, все деньги в обращении – долг перед Центральным банком. Это означает, что когда я плачу деньгами денежный долг, это как будто бы я рассчитываю оплатить один долг другим долгом. Я не могу это сделать. В долгосрочной перспективе я буду вынужден платить собственностью моего капитала и продуктом моего труда. Существенное изменение произошло с появлением конституционного государства. Видите ли, когда на смену монете из золота пришла номинальная монета, произошло не только изменение товарной структуры символа, а произошло главным образом изменение юридическое, потому что носитель золотой монеты был ее владельцем. Сегодня же народы превратились в должников своих денег. Поэтому, когда мы хотим проанализировать истинные причины французской революции, мы должны понимать, что настоящей причиной французской революции не была триада «свобода, равенство и братство», соображения, которые имеют ценность для наивных. Настоящая цель французской революции была установлена в 1694 году Банком Англии. Потому что когда Паттерсон основал Банк Англии, он утверждал, что Банк Англии был основан по правилу, по которому вместо того, чтобы давать взаймы деньги, то есть золото, необходимо было давать взаймы банковские векселя, то есть note of bank, или банкноты. Так началась та постепенная трансформация, вследствие которой центральные банки осознали великое правило игры. Ценность никогда не является свойством материи. Даже золото имеет ценность не потому, что это золото, а потому, что мы так договорились. Таким образом, перемещая конвенцию с золота на бумагу, из бумаги удалось создать ценность золота. И это произошло постепенно. На первом этапе Банк Англии выпустил Note of Bank – бумажные деньги. Эти бумажные деньги обменивались на золото на предъявителя. Как оказалось, только 15-20% бумажных денег конвертировались на золото. И что же произошло в таком случае? Произошло то, что центральные банки полностью удалили конвертируемость в золото. Поэтому сегодня, если мы прочитаем текст банкноты, там написано 1000 лир или 100 тысяч к оплате по предъявлению, что является выражением фиктивного векселя. В этот момент напрашивалась научная необходимость показать, почему возникает монетарная ценность. И мы это показали. Потому что мы сказали то, что очевидно.
А труднее всего доказать простые, очевидные вещи. Осмелюсь сказать, что это истина, как усы, которых не видно, потому что они под носом. Почему же монета имеет ценность? Монета имеет свойство ценности, потому что, будучи мерой ценности, она также неизбежно является ценностью меры. Что означает ценность меры? Смотрите, каждая единица меры имеет свойство, соответствующее тому, что она должна измерять. Как метр имеет свойство длины, потому что он измеряет длину, монета имеет свойство ценности, потому как измеряет ценность. Таким образом, монета – это не только мера ценности, но и ценность меры. Ценность меры – это покупательная способность, то, что мы назвали индукционной ценностью монеты. Наша кафедра отличается от всех других кафедр юридических факультетов, потому что другие кафедры говорят об известных всем юридических фактах. Мы же обнаружили новый правовой факт – юридическая индукция. И мы применили принцип, который был нами разработан в сотрудничестве с членами Центра сравнения и синтеза Римского университета, в состав которого входили такие великие имена, как Ферми, Амальди, Карнерутти, Бетти, которые учили, что существует принцип кругообразной замкнутости наук, то есть существуют истины, которые необходимо извлекать из науки, отличающиеся от той, в которой данное явление встречается. Так мы обнаружили юридическую индукцию. Как в динамо-машине происходит физическая индукция, потому что в динамо механическая энергия превращается в электрическую энергию, так и в монете значение юридического инструмента, что является соглашением, как и в любой единице измерения, превращается в реальные ценности, объект собственности. Поэтому монета имеет ценность по той простой причине, что мы даем наше согласие, что это так. Вот почему сегодня здесь, на этой конференции, мы заявили о серьезнейшем пробеле Маастрихтского договора. Потому что Маастрихтский договор должен нам сказать, чьей собственностью должна быть признана монета в момент эмиссии. Мы разработали законопроект, который был представлен Сенату 11 января 1995 года под номером 1282 на 12 созыве. Этот законопроект состоит из 50 слов, которые я вам сейчас прочту. Для написания этих 50 слов, я не постыжусь это сказать, мы проработали в университете 34 года. Статья номер один. В момент эмиссии монета возникает как собственность итальянских граждан и должна аккредитироваться Центральным банком государства. Из всех этих слов двое слов самых важных. Слово «возникает», потому что это результат теории индукционной ценности монеты. Как электрическая энергия возникает в динамомашине, так и монетарная ценность возникает в куске бумаги, которая есть в кармане у каждого гражданина. Хочу уточнить, что по принципу юридической индукции мы дали новое определение монеты. Монета – это общественное благо, так как вызвано социальной договоренностью, но это индивидуальная частная собственность, потому что присвоена носителю символа согласно юридической индукции. Мои деньги – мои, и у каждого из вас есть свои деньги. Это единственный случай, в котором общественное благо находится не в совместном владении, а в индивидуальном. Вот основание для второй статьи нашего законопроекта. Потому что в этом законопроекте мы рассмотрели возможность присвоения каждому гражданину кода социальных доходов, по которому идет аккредитация части доходов в результате выпуска монеты и из других источников доходов, например, государственных предприятий. Что это значит? Видите ли, первое обвинение, которое было сделано в адрес нашего проекта, это было обвинение в утопии. Но в науке не существует утопии. Если бы 100 лет назад нам кто-то сказал, что можно полететь на Луну, мы бы приняли его за дурака.
Что мы приехали предложить в рамках данной конференции? Мы приехали предложить, чтобы Маастрихтский договор включил в себя обращение, что каждый европейский гражданин признается совладельцем монетарной ценности, созданной Европейским Центральным Банком Европы. Мы можем это сказать, потому что по продемонстрированному принципу юридической индукции мы доказали, что монета — это реальная ценность и является предметом собственности. И после того, как мы это доказали, мы также показали, что существует различие между индукционной ценностью и кредитной ценностью. Кредит гасится за счет оплаты. Когда я платил вексель, я его рву, и он мне больше не нужен. Монета продолжает циркулировать после каждой операции, потому что каждая единица измерения повторного пользования. Осмелюсь сказать, что наша школа монетарной науки, которая была основана Габриэле Д'Аннунцио в университете Терамо в Абруццо, является первой в мире по монетарным вопросам, потому что она единственная, которая базируется на новых научных теориях об индукционной ценности. Посмотрим, каковы практические последствия данного решения. Первое. Мы даем каждому гражданину доход от гражданства. То есть сумму денег, заметьте, без необходимости, чтобы он работал. То есть как в роли собственника, а не наемного работника. Мы доказали, что человек только по той причине, что живет, создает ценность, даже если он не работает. И мы это доказали на основе двух принципов. Первый принцип. Не существует богатства в мире мертвых. Это очевидно. Второй принцип. Человек только потому, что принимает монету, способствует созданию ее ценности. Поэтому только потому, что живет, человек создает ценность и имеет право на доход от гражданства. То есть это человеческое право имущественного характера, которое дополняет традиционные права человека. Второй момент, который хочу подчеркнуть, потому как он здесь был затронут, это решение налоговой проблемы. Видите ли, стратегические решения всегда очень простые. Все стратегии имели логику детей. И вот мы сделали предложение. Мы предложили сделать одновременно денежную и налоговую реформу. Потому что как только монета признается собственностью граждан, государство должно изначально высчитать то, что ему нужно для общественных целей, без распределения денег между гражданами и их последующего удержания через налоговые органы. Это означает покончить с миллионами часов работы, которые сегодня банально заняты бухгалтерской и отчетной деятельностью, не говоря уже о налоговом преследовании. Вторую практическую проблему, которую мы решаем, это конфликт трудовых договоров. После того, как мы присвоили каждому гражданину долю денежных доходов, мы укрепили раз и навсегда позицию более слабой договаривающейся стороны. Итак, когда работник подписывает трудовой договор, он это делает не потому, что он вынужден, а потому, что он этого хочет, и поэтому должен соблюдать принцип сдерживания слова. Поэтому я могу заключить договор с зарплатой в 1 лиру в месяц, потому что если я это сделал, то потому что я этого хотел, а не потому, что я был вынужден это сделать. И это означает привести мир работы в конкурентоспособное положение глобально. Измерения. Третий принцип, который мы затронули, это лишение жизни народов. Как вы знаете, сегодня смертность выше, чем рождаемость. Почему? Мы дали ответ. Потому что с монеты, которая является долгом, молодежь не имеет обоснованного прогнозирования на то, чтобы содержать семью. Вот причина, по которой число смертей превышает рождаемость. Еще одна проблема, которую мы учли, это макроскопические формы эмиграции и иммиграции. Почему мы видим, что на наших улицах ходят чернокожие, арабы, марокканцы? Почему?
Мы дали ответ. Деньги для людей – это как вода для рыбы. Во время засухи рыба покидает засушливые места и переходит в лужи с водой. По этому принципу в 19 столетии банкиры сместили огромные массы мужчин и женщин из Европы в Северную Америку, создав редкость монеты в Европе и изобилие в Америке. По правилу Паттерсона. То есть по запланированному Банком Англии правилу «золото на бумагу», которое не ставит проблему редкости. Таким образом, каково наше предложение? Как мы предлагаем дополнить Маастрихтский договор? Мы предлагаем новый вид монеты, которая должна иметь положительные качества золота, а не отрицательные. Положительные качества бумаги, а не отрицательные. Положительное качество золота – это то, что его носитель является его владельцем. Отрицательное качество – чрезмерные проблемы редкости. Например, если у меня есть один стакан и одна лира, я могу продать стакан за одну лиру. Если я должен выставить на рынок второй стакан, я должен предоставить вторую лиру. Предоставить вторую лиру из золота – это очень трудно. Предоставить же ее из бумаги – это быстро. Ну и в чем же тогда проблема? В том, чтобы заменить золото на бумагу, но присвоить право собственности на монету гражданину в соответствии с теорией индукционной ценности монеты. Конечно, говорить об этом означает также взять на себя ответственность указать на закон редкости монеты. Потому что еще одно обвинение, которое нам сделали псевдотехнические круги из нынешних монетаристов, это то, что мы пошли бы навстречу галопирующей инфляции. И здесь я хочу завершить, осведомляя вас о законе редкости монеты. Потому что, когда монета была из золота, редкость золота была гарантией редкости монеты. И монета должна быть редкостной, потому как она измеряет ценность экономических благ, которые ограничены в количестве, то есть редкостные. А единица измерения должна иметь свойство того, что она должна измерять. Также и монета должна иметь характеристику редкости. Поэтому после того, как отменили золото, нам необходим научный закон редкости, который мы разработали в нашем университете. И в двух словах он заключается в следующем. Если предположить, что рыночная цена – это не только показатель стоимости товара, но также показатель точки насыщенности рынка, поэтому я скажу, что рынок насыщен, когда цена имеет тенденцию совпадать со стоимостью производства. Когда происходит эта тенденция, мы должны остановить как выпуск денег, так и производство товаров. На нашем рассмотренном ранее примере остановить изготовление стаканов, но также и выпуск лиры. Следовательно, каково заключение? Мы хотим объединить права человека с социальным правом. Сегодня говорилось о социальном праве. Что означает социальное право? Социальное право – это та часть правовой системы, целью которого является не только дать правовую защиту, но также экономическое содержание права. До сих пор экономическое содержание права заключалось в реальных товарах, например, земельная реформа, распределение жилья. И к чему же это привело? Планирование потребления как результат планирования производства. К людям отнеслись как к курам в клетках, и вся плановая экономика имеет данную двусмысленность. Что же предлагаем мы? Мы предлагаем дать гражданам не реальные товары, а деньги, чтобы купить их. То есть мы хотим использовать монету в качестве инструмента социального права. Проще говоря, мы должны заново овладеть нашими деньгами. Ясное дело, что реформа такого рода – это реформа революционная. Потому что Великая революция произошла с наступлением Французской революции. С Французской революцией монета из золота сменилась на номинальную монету, то есть с монеты собственности на монету долг. И разразилась тревога из-за долгов и неплатежеспособности, которые стали основной причиной революции Вандеи во Франции. Мы на эту тему с большой самоотдачей сделали научное исследование. Это не случайно, что каждый раз, когда был приход конституционного государства и появление номинальной монеты, присутствовали революционные возбуждения умов. Чувство неблагополучия, которое сегодня посещает все семьи, это страх долга.
Когда-то люди работали для прибыли. Сегодня они работают, чтобы погасить долги. Посмотрим на разницу между этим королевским дворцом и экономическим уровнем на юге сегодня. Почему сегодня юг такой? Потому что на смену золотой монете пришла монета долг. С монетой долгом человек стал жить в зверином измерении. Видите ли, мы первыми сделали различие монеты на два качества. Монета собственность, золото, и монета долг, номинальные деньги. Мы думали, что мы первыми догадались об этом, в то время как мы поняли, что мы изобрели зонтик, потому что не случайно в апокалипсисе есть различие между числом зверя и числом человека. И под числом подразумевается то, с помощью чего можно купить или продать. И поскольку в литературной традиции слово «число» означает «мера», потому что каждая мера является числом, а мы как раз говорим о единице измерения. Поэтому мы должны понимать, что разница между числом зверя, которое необходимо, чтобы купить и продать, и числом человека – это разница между человеком и зверем. В чем разница? Нам отвечает Евангелие, когда говорит, что не только хлебом единым живет человек. Что же тогда то самое, что характеризует удовольствие человека? Это право претендовать, то есть право на собственность. Это и есть юридическая этика. Если я получаю удовольствие от какого-то предмета, это потому, что у меня есть право на него претендовать. В заключение хочу сказать одно. Вот сегодня мы говорили о демократии. Слово «демократия» означает суверенитет народа. Суверенитет народа является таковым, если народ, помимо политического суверенитета, имеет также валютный суверенитет, то есть владение монетой в момент ее эмиссии. И если этот принцип не признан в Маастрихтском договоре, это означает, что Маастрихтский договор следует по правилу не демократии, а ростовщикратии. Спасибо.